Сегодняшняя тема очень актуальна для водителей и родителей. Дело в том, что на улицах не везде хватает освещения фонарей, и дети, возвращаясь со второй смены, попадают в опасные ситуации на дорогах. Я думаю, что это срочно надо обсудить. Поехали! Как всегда красивой быть? Это надо обсудить. Как кредиты погасить? Это надо обсудить. Как удачно пошутить? Это надо обсудить. В общем, быть или не быть? Это надо обсудить. Скажи, пожалуйста, твой ребенок ходит на вторую или на первую смену школы? В данный момент, в этом году, на вторую. И вот, как раз тебя непосредственно эта тема и касается. Как вот бы ты и не думала о том, что не коснется, а говорят, что абсолютно ужасное у нас освещение в городе вечером, пока не выпал белый, красивый, яркий снег, который также как-то помогает людям находить себя в темноте. Мне начали писать мамы прям говорят: Каринман, это нужно срочно обсудить, кому жаловаться, что делать, фонари через один работают, фликеры, естественно, не все дети, я так понимаю, носят, да. Хотя сейчас одежда такая, которая уже... Светоотражающая. Да, с элементами вот этими светоотражающими. И очень хорошо, что так придумали люди. И на портфелях это есть где-то. И обувь тоже с элементами. Я почему-то всегда думаю, что это сотрудник ГАИ стоит. Если кто-то отражается, я всегда что-то, знаете... О, стоят. Надо сбавить немножко скорость. Ну, это хорошо. А это ребенок просто идет видишь, со школы. Лишний раз реакция не помешает. Такая вообще, мне это... кажется, что фликеры нужно делать более стильными. Вот мне кажется, это извечная проблема фликеров. Как бы ты не оделся красивенько, да, если на тебе есть фликер, все, выглядишь так себе, откровенно. Потому что фликер — это всегда какой-нибудь огромный смайл или какой-нибудь жилет. Да. Неужели нельзя всем нашим белорусским дизайнерам выпустить какую-то крутую новую линейку фликеров? Или бабушки, знаешь, на сумочках вот эти вот берут такие, цепляют штуковины такие. Ну, я, может быть, тоже бы фликер как-то зацепила, но вот такой не зацеплю, потому что я сразу в категорию бабушек попаду. Да ладно, я не очень, тебе в категорию бабушек фликером не перевести. Никакой фликер вас, Даша, в категорию бабушек не переведет. Пожалуйста. Спасибо, да, за комплимент. Я так думаю, что, может быть, вот на шапочку вот где-то что-нибудь такое классное. И во лбу звезда. Ну, не звезду, но есть же какие-то очень красивые элементы, что-то модное, как ты говоришь, клевое, что-то можно вот пришить. Короче говоря, если не починим фонари, нужно хотя бы на фликеры надавить, на эту тему. Мне кажется, классный стартап — стильные фликеры. Ты как-то перескочил, да? Да, я просто понял, с фонарями как бы, ну, сам же не полезешь на столб, правильно? Это как не масленица ведь. Ну, конечно. А кому обращаться? Я думаю, нужно конкретно идти в соответствующие органы. Какие органы соответствуют? Это исполкомы. Мы уже к ним не первый раз сегодня... Стучимся. Да, не сегодня, вообще, в принципе, в рамках «Это надо обсудить» склоняемся. Поэтому, уважаемые дамы и господа, нужно говорить. Если вас что-то волнует, не бойтесь, не сидите по норме. Просто вот честно, я почему эту тему откладывал? Меня как-то тема плохого освещения не очень касается. Либо я в это время отсиживаюсь где-то дома. У тебя дома, хорошо светят фары. Либо у меня просто хорошо светят фары. Все-таки возле школ, я тебе точно скажу, по крайней мере, то, что я видела. Там прекрасное освещение, там вопросов нету. А вот уже когда, какой дорожкой, нужно, наверное, ребенку все-таки проложить такой маршрут, чтобы он шел там, где ярче. Знаете, какие улицы мне особенно сказали обсудить? 14-я, Пола, потом первая Пролетарская, правда, не знаю, где эта улица. Это, наверное, Марковщина. Да. И, наверное, вообще проблема, получается, касается Карла Маркса, вот этого района, все-таки, раз вот как раз... Думаю, что не только этого, просто те люди, которые вышли на тебя, они проживают там. Я думаю, что достаточно тех мест и уголков, там, взять тоже Билево, там только центр, а ведь есть же еще там детям подальше идти. В общем, есть много мест, которые хотелось бы подсветить. Пожалуйста, если вы нас слышите, подсветите многие места. Мы обсудим. Улица Краснофлот. Краснофлотская у нас, к сожалению, пишут, кто пишет? Кристина пишет. Краснофлотская улица, темень полная, люди светят фонарями от телефонов. А, улица Баграмяна, уже 100 раз жаловался, никому дела нету. Вот так вот, понятно вам? Ну, это те, кто откликнулись, кто слушает сейчас программу и кто может заявить о том, что там где-то нужно, да, жаловаться. Какие еще выходы у нас есть? Вот, Саша. Кроме как пожаловаться? Да. Фликеры мы уже поняли. Фликеры мы обсудили. Фонарики от телефонов. Ну, сам ты вряд ли полезешь на столб и будешь менять там лампочку. У меня тоже вот возле дома она постоянно перегорает, столб очень высокий. Думаю, ну кто туда вот влезет? Пока, может, наверное, не пожалуются, а жалуются кто только? Бабушки, которым есть до всего дела. Спасибо вам, бабушки родные. Уважаемые бабушки, от души, жалуйтесь почаще, пожалуйста. Если бы не бабушки, наверное, бы никто и не жаловался. И тогда бы мы жили вообще в каком-то неправильном мире. Потому что пока бабушка не позвонит, ничего не получится. Поэтому сейчас мы делаем официальный флешмоб от Радио Витебск. Просим своих бабушек пожаловаться, если сами боимся, да? Ну, не только своих, а тех, и чужих тех бабушек, которые живут. Если вы увидите сейчас на улице проходящую мимо бабушку, попросите ее, чтобы она позвонила куда надо и сказала, чтобы починили фонари на улице Баграмяна, на улице 14-я Полоцкая, 1-я Пролетарская, да. И
Краснофлотская. И там вообще, где не светит свет. Это надо обсудить. Я думаю, что выходя из дома, в первую очередь в темное время суток, мы должны понимать, что мы находимся как минимум не в безопасности. Поэтому нужно давать знать водителям, нужно давать знать себе о том, что мы должны быть заметны не только на дорогах, вообще, в принципе, на улице. Можно просто идти и столкнуться с прохожим. Это тоже небезопасно. Мы это обсудили. Пока.